Все нормально? А? У вас все нормально? Да, у вас. А у меня вообще кайдук. Че? Я вот сейчас пойду работать. Надо. Там снег идет еще? Да. Ну нет, чуть-чуть так. А мне 35 всего лишь банок, блин. А как минимум надо еще... В общем, стольник надо мне набрать. Сейчас пойду вот покушаю. Буду же вас не помочь. Столько у меня денег брать. Мне завтра стольник надо отдавать. Все у нас там кормили бутой. Ну, как на зоне. В общем, как она там на зоне называется? Все, что возможно, сварили, то ли каша, то ли суп. Баланда. Да, баланда. Ну, туда, о, правильно, баланда. Ладно, спасибо, удачи. А вот банки вы себе, почему вам 100 надо собрать? А? Почему именно 100 надо собрать? Почему 100 надо собрать банок? Должен. Должен 100 банок? Ну, 100 рублей, в общем. А что, там в долг дают, что ли? Да. Вот с этой погодой ничего не делаю. Сейчас я, по идее, 200-300 делаю за ночь или за день. А сегодня, видишь, с этой погодой богатой, блин. Вчера чай разлил. Вкуснотища. А у нас сегодня чай был тоже будда. Без сахара, без меда, без всего. А у вас паспорт есть? А? Паспорт. Чего нет, того и нет. Ничего, это все с этого. Украли мне паспорт, я курьером работал. А почему нельзя восстановить МФЦ? Можно МФЦ восстановить? Ну, можно. У меня там, если честно, все на паспорт есть. Там где? На 8-м этаже. Вы знаете, сколько я тут живу? Нет. Почти 30 лет. Ого. А почему вы здесь живете, а не там, на 8-м этаже? Я вчера к этой обратился, к подруге, которую мой старший сын принял. Ну, с Украины. И с таким товарищем, сыном, который толще мне 3 раза, хотя ему 13 лет. Жрет, спит. И компьютер этот, как его, телефон гоняет. Все, ты че, в общем. А почему вы там на 8-м этаже не живете, если у вас там квартира? Меня на 1-м этаже уже задержали. Хотели вести, я не хочу их подставлять, понимаете? Не хочу их подставлять. Так у вас там квартира есть? Я там прописан. Прописан. Меня если милиция останавливает, вот я банки собираю там на вокзалах, как там греюсь там. Если меня пробивают по этой попросту, то у меня все нормально. Вчера почему вас туда не пускают? Ну, свою бывшую жену видел, но она заходила в подъезд, а я как раз тоже оттуда шел, с банками. Я не стал к ней подходить, конечно. Я не пойму, как она там живет. Кто-то у нее есть, ну мы в разводе уже давно, ну, недавно, 3 года. Не знаю, с кем-то она там живет, где-то в Подмосковье, но вот она уже 3-4 дня. По ее окнам она тут. Она работает в театре этого Горького, МХАТ Горького. Знаете, да? Это Тверской бульвар 22. Ну, в общем, театр Доронина. Сейчас-то ее выкинули, кажется. Почему вы там не живете? Почему вы не поднимаетесь туда? Не пускают? Не хочу. Эту подставить. Она же без прописки, без всего. А чем вы подставите? Сын бухает на ее деньги.
каждый день. Вот вчера я ее встретил, я говорю, у меня есть штанишки, надо постирать. Точнее, они почти новые, вот поменять. Мне вон они так. Дело в том, что я туда эту положил, ну, у меня, а, это мелочь все. Положил такую творожную массу, и она растеклась. Я все их высушил там внизу на этих трубах. Все, ну все равно белые пятна остались. Надо как-то поменять эти штаны. Какие штаны у меня. Кроссовки еще есть. А где вы днем? А? Днем вы где? Вас днем здесь нет. Вы днем где обитаете? Днем где? Да. Вот я сейчас, вот сейчас я хотел поспать. Uh-huh. Это мое время. Поспать. Сейчас пойду так и так работать. Так и так. Сейчас поем вас с Божьей помощью. Вы православные вообще? Да. Да? Да, ну, крестик. Дай Бог здоровья вам, удачи. Спасибо. Я же этим реставратором работал. И очень много лет, между прочим. А что реставрировали? Церковь, собор. А, ничего себе. Да. На ВДНХ, это не главный вход круглый, а тот. На той церкви вообще деятель отработал. А почему при церкви не хотите пожить? Не хотите при церкви жить, при монастыре? Вон волонтеры заколебали, теперь вот у меня ноги уже не те. Так. Мы в СТС плюс работали, на Склифосовского работали, ну там не церковь, правда там тоже есть купол, и это как нам там, а, на Пасху там нам пели даже, там давали яйца эти крашеные, куриные имеется в виду, ну на Пасху, куличи, там работа вообще капитальная была. Чуть-чуть задержался, уже идет. В субботу вышел вдвойне, в воскресенье вышел вдвойне. Там хорошо получали вообще. А тут на этом, как его, на автозаводской, ну вы знаете, да? Это там как он называется? Старый и новый. Там вообще мы работали. Там все шло не от Москвы, деньги шли не от Москвы, а от, ну, скорее всего, от больницы. Uh-huh. Они нас собрали, говорят, никакой охраны у вас не будет, ничего, мы вам привозим материал, делайте все, там медь, купол целый, этот весь вообще покрывали новой медью, все трубы медные, медосточные. Uh-huh. Ну, про кресты я вообще не говорю. А, на ВДНХ с крестами влетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все сняли, все вручную, никаких кранов. А они тяжелые. А там их сколько? 9, кажется. 9. Сняли все. Отдали ребятам. А им эти... Ну, они золотом этим покрыли. В общем, а заклепки им не привезли медные, а привезли железные. Железными заклепками. Зафигачили, мы опять подняли, они сами установили. Вы кушайте, кушайте, горячее кушайте. Да и не самое главное, с вами поговорить интересно. Рассказать свою судьбу. И в общем, это зимой все там, все закрыто, было тепло, стояли эти, все. В общем, наступила весна, дожди пошли, и вот это железо прибрело, ну, ржавчина прошла. Ох, всех начальников наших. Все улетели сразу оттуда, все новое начальство стало.
И все опять нам снимать, и все по-новому, и заклепки медные по-новому зачищать, по-новому социальную, как она, социальную зовут, да, называется, да? Все это покрывать, все, и опять туда. Мы там, конечно, заработали хороший день, но начальство уже паршивое стало. Да, это было нормально. А вы сейчас вот в чем нуждаетесь? Сейчас в чем нуждаетесь? В чем нуждаетесь сейчас? Сейчас? Да, в чем нуждаетесь? Сейчас пойду работать, вот в чем я нуждаюсь. Сейчас вот с Божьей вас полностью покушаю, чай у вас вообще капитально. Может вам одежду какую-то купить? А? Может вам одежду какую-то купить? Вот в крайнем случае, кроме носков, у меня все есть. Носки вам нужны? Мне надо переодеться просто и все. Но мне сейчас, в крайнем случае, вот сегодня, надо сейчас прогуляться на часа три. Точнее, на трамвай сесть, где-то до университета доехать, баночек подсобирать. Мне так и так завтра надо. В общем, я понял. Надо так и так сейчас. Мне хоть снег идет. Но... Спасибо вам. Поешьте, да. Поешьте. Потом а подождите, а скажите, пожалуйста, как вас зовут? Георгий. А? Георгий. А вы мне... Георгий? Георгий. А вы мне говорили это? Не знаю. Меня Сергей, спасибо, Джордан, я понял. Джордан, спасибо большое. Будем знакомы. Ага. Кушайте, приятного аппетита. Вот если бы столик бы дали в долг, вообще бы отлично было. А не пить не будете, наверное? А? Пить не будете? Какой пить? Вы что? Мне завтра дать надо. Ага, хорошо. Но это с отдачей. Хорошо. С отдачей. Хорошо. Я вам отмечаю, до Нового года вам это точно дам. Сейчас, сейчас дам. Посмотрите, вот такие вкусные. Да. Спасибо, удачи вам. Там два стольника. А, два? Да. Один, один с отдачей, один вам просто дарю. Не-не-не, Георгий, спасибо вам большое, еще раз. Все. Сейчас все равно пойду работать. Я пойду.